Привет, друзья! Наконец-таки я вышла в эфир с пустыми баночками. Не выходила в прошлом каталоге, потому что совершенно как-то не успела. Был у меня выпускной, сестренки прям в понедельник они как-то сделали, и мое время эфира пустых баночек занято было подготовкой к выпускному, поэтому у меня накопилось много пустых баночков. Приготовьтесь к длинному видео, потому что постараюсь рассказать про все, что у меня здесь есть. Начну с мыльно-рыльного, закончу велнесом. Просто сейчас покажу, что из велнеса закончилось, потому что свидетельство того, что два каталога я не записывала видео, это четыре пустых баночки велнеса. Походу, я начала с wellness. Короче, мы их пьем все время, я их тоже пью, я просто добавляю сейчас железо, потому что мне его нужно больше. Вот, но витаминам я доверяю, это шведский стандарт качества, это витаминки, астаксантин и омега-3, все, что нужно для здорового организма. Поэтому, так как два месяца не записывала, два каталога, вот у меня 4 пустых баночки. Близится время пикника нашего на следующей неделе, поэтому скоро я вытащу все свои пустые баночки wellness и, ну, по крайней мере, точно сфоткаю. Не знаю, как насчет прямого эфира. Вот. Также пустые баночки у меня с коктейлями. Одна баночка уже отправилась в мусорку. Сильно долго я собиралась записывать, и она случайно выкинулась. Поэтому вообще 3 банки мы выпили. Протеин выпили. Шоколадный коктейль выпили 2. И уже допиваем, там еще 2 почти закончились. То есть фактически 5 коробок. Это заменяет завтрак. То есть я встаю обязательно белок употребляю. То есть я смешиваю, как правило, шоколадный с чем-нибудь. Или с протеином, или с ванилью, или с клубникой. В последнее время фаворитом является ваниль. Чаще всего ее заказываю. И мне нравится, что я насыщаю свой организм правильными белками. И также там есть еще и рапсовое масло. Вот, супчики мы тоже пьем, но не так часто они у нас расходуются, потому что он соленый и горячий, а сейчас летом горячего неохота. Из интересных пустых баночек у меня еще есть пустая коробочка для часов. Тоже ее отправила в пустые баночки, потому что, ну, часы-то есть, а коробку-то я выкину. Не нужна она мне. Если кому-то нужна коробка, то напишите, пока я ее не выбросила, вам отдам. Я вообще в таких коробочках храню всякие карандашики, там всякие мелочевки. То есть я вот так их ставлю за зеркало. У меня там стоит много всего полезного. Просто у меня это не первая коробочка. Часов у меня много. Пришли они мне за рубль, они с кристаллами Сваровски. Это часы за работу с новыми клиентами. Одни из часов, которые я получила. У меня часов таких много, поэтому это тоже отправляется в пустые баночки. Ну и уход. У меня много средств закончилось за это время. Я терпеливо, кропотливо их собираю для того, чтобы с вами поделиться в видеоотчете тем, чем же мы пользуемся. Начну с ванной комнаты. Понятно, какой гель для душа наш самый любимый. Закончилось 2 геля малины и мяты. Это отшелушивающий гель для душа. Он похож на малиновое варенье. Его хочется иногда скушать, потому что он очень вкусно пахнет. Нам он нравится больше всего. У меня в запасе еще таких 3 бутылька стоит. Я их заказываю, когда они со скидками. Запасаюсь ими. Потом просто достаю из шкафа и ставлю на полочку в ванную. Ну вот 2 у нас из них закончилось. Соответственно, мы их выкидываем. Закончилось жидкое мыло. Если помните и смотрите мои прямые эфиры, то я в эту баночку наливала гель для душа. То есть закончился фактически гель для душа просто в этой баночке. Но я заказала по акции новые жидкие мыла. У меня стоит новое жидкое мыло там. Поэтому эту банку можно выбросить, потому что она не нужна. Вот. У мужа закончился гель для душа. Он его использует как гель для душа, потому что для лица у него свое умывание, и шампунем он пользуется другим. Вот, поэтому это как гель для душа, он закончился. Мужская версия мне нравится очень сильно тем, что можно ее вот так в руках держать, и она не выскальзывает, потому что здесь вот такие вот пупырышки. Серия Мэн бывает в разных ароматах, их очень много, поэтому можно выписывать своим любимым.
Также у него закончился бальзам после бритья. Он ими пользуется. Вот один из них закончился. Он делает кожу мягкой, снимает раздражение после бритья. Ему очень нравится, поэтому я регулярно тоже заказываю по акциям. Оно стоит в запасе. И потом просто из шкафчика в нужный момент времени перекочевывает на полочку в ванной. Одной из полюбившихся новинок недавних каталогов у нас такой вот спрей для ног. Мы их разные заказываем. Апельсиновый прям понравился. Быстро кончился у нас. Это спрей для того, чтобы ноги не пахли, не потели. Сейчас лето все-таки, вот для обуви, чтобы не скользили. Он охлаждающим эффектом также обладает. Понравился. Есть еще один, уже стоит на своем месте в коридоре. Тоже отправляется в мусор. Так, из ванных средств еще зубная паста закончилась. Мы вот так вот ее прям до самого-самого конца выдавливаем. Зубные щетки тоже вообще-то заканчивались. Мы их выкинули уже. Новые я поставила. Вот. Люблю вот такую пасту. Это противокариозная защитная паста. И люблю еще травяную. Вот сейчас скидка на травяную пасту. Заказала травяную, чтобы тоже была в запасе. Потому что как-то запас паст у меня подизрасходовался. Поэтому начинаю запасы заново. Такая баночка у меня закончилась. Эту выкидывать я не буду. Это баночка из-под Novage. Очищающий гель-тоник. Но у меня там уже... Это средство, кстати, два в одном классное. Но у меня было в запасе средство Optimals для умывания. Настолько привыкла к дозатору, что я его наливала сюда. Мне эта баночка нравится тем, что она беленькая, такая классная, стильная. Поэтому я сюда буду, может быть, еще какие-то средства наливать. Ее я выкидывать не буду. А сейчас у меня из серии Optimals новый умывалка. Вот она с дозатором, синенькая такая. Вот она у меня сейчас стоит в ванной. Это просто остается у меня. Также из каких-то незапамятных времен у меня пустая банка из-под тоника осталась. Покажу вам ее. Сейчас я такими уже не пользуюсь. Я пользуюсь увлажняющей эссенцией для лица. Это вообще просто бомба для лица, для кожи нашей на лето, потому что жарко, кожа сохнет. Мне очень нравится эссенция. Я ее заказываю уже третий раз. И пользуюсь с удовольствием. У нее баночка такая же беленькая, как вот у этого Novage, только без дозатора, а с крышечкой. Вот. Поэтому эту баночку я даже не закончив выбрасываю, потому что она уже, скорее всего, да, просроченная. Не знаю, откуда, в ремонте, видимо, нашлась. Закончилось у меня средство для снятия макияжа опять. Я уже новое, по-моему, наполовину израсходовала. А это никак вам не покажу. Вот оно у меня кончилось. Мне оно очень нравится. Оно хорошо снимает мои стрелки, которые я очень часто рисую. Поэтому люблю его и всегда заказываю со скидками себе вот это средство в запас. Вот. Закончился у меня шампунь очередной. Сейчас я купила себе шампунь для защиты от солнца. А закончился у меня такой вот с маслами питательный шампунь для сухих и поврежденных волос. Пустой, выбрасываю. Нравятся шампуни серии HairX. Пользуюсь разными. И они у меня периодически заканчиваются, потому что я заводила много шампуней за раз. Вот. Также выбрасываю станки. Я пользуюсь вот такими. Заказываю их там 3 штуки за 100 рублей. Очень мне это нравится. Делаю, я с удовольствием ими пользуюсь. Ну вот, кончилось у меня 2 станка. Я их специально оставляла, чтобы вам показать. Теперь я их наконец-таки выбросила. Вот, далее, что еще? У меня закончилось масло для тела. Я вот это масло очень полюбила. Спа. У меня из старых серий еще остались масла, я ими пользуюсь сейчас. Но вот это мне понравилось больше всего, потому что оно очень классно быстро впитывается, вкусно пахнет морем. И оно с дозатором. Тоже классная баночка. С удовольствием использовала. Советую от всей души это масло к покупке. И из ванной серии у меня закончился еще дневной крем True Perfection. Это серия Novage. Он позволяет сохранять кожу ровной, без первых морщинок и сияющей. Мне он очень нравится. Я уже себе поставила новую баночку этого крема. Вот, и с удовольствием пользуюсь именно вот этим. Сейчас у меня на очереди скоро закончится крем для век. Новый у меня уже лежит, ждет своей очереди. А эту баночку я отправляю в мусор. Также я люблю себе баловать масками. Сейчас у меня был день рождения,
13 числа. И я заказывала давно еще, но что-то вот как-то у меня руки не дошли до вот этой тканевой маски. Она в старом варианте. Сейчас они клевые из ткани Tencel. Она тонкая, в ней можно что-то делать, пока вы ее держите на лице. С этой приходится лежать. Вот она уже высохла, я ее в субботу делала. Вот. Она более плотная ткань. Сейчас она, по-моему, не продается, такая масочка. Восстанавливающая тканевая маска для лица. Сейчас они с желтеньким бортиком из ткани Tencel. Там три разные маски. Разглаживающая, питательная и еще какая-то. Укрепляющая. Вот. Поэтому, ну, вот эту маску я нашла и использовала. А вот как раз-таки укрепляющую, нет, питательную, которая питает кожу, я ее себе положила в сумку в роддом. Там сделаю себе маску, когда уже поедем мы встречаться с нашей дочкой. Вот, поэтому вот эту решила использовать. Показала вам, теперь выкидываю. И что еще у меня закончилось? У меня закончилась очередная термозащита. Я свою челку укладываю утюжком, поэтому обязательно брызгаю защиту термо. Ей можно моделировать, она немножко моделирующим эффектом обладает. Поэтому я со скидкой всегда ловлю вот это средство, заказываю несколько тюбиков себе, потом спокойно ими пользуюсь. Вот, очередной тюбик закончился, он очень вкусно пахнет. Мне очень нравится этот запах. Вот, и он еще и с кератином. Вот, посмотрите. А, не фокусируется камера. Кератин. Вот. Поэтому выбрасываю. И закончилась моя тоналочка. Я вам про нее рассказывала. В том каталоге она была со скидкой. Это шикарная пипеточка, которая очень классно закрывает все неровности. Я открыла новую, потому что я ее себе заказала в том каталоге. Вот. А эту выбрасываю, потому что здесь уже вообще... Вообще ничего не осталось. Вон, видите, пустые края. Уже ничего не выковыривается, не вытряхивается. И я ее выбрасываю. Ну вот, собственно, все мои пустые баночки. То есть много чего за два каталога поднакопилось. У меня также заканчиваются помады, но я крашу их кисточками, когда выхожу из дома, потому что в помаде еще достаточно большой... Количество большое остается, когда вы не можете уже вот так накрасить, но кисточкой можно там поковыряться. Так как я сейчас чаще всего нахожусь дома, я дома крашу этими помадами, кисточкой, и поэтому не выбрасываю их. Пока не из расхода, мне нравятся там цвета. Но тем не менее заказываю новые оттенки себе, потому что девушка должна себя радовать. Поэтому... Вот такой у меня получился эфир. Я благодарю тех, кто посмотрел его в записи. Я стараюсь для вас. Желаю вам здоровья. Очень советую попробовать вот эти вот продукты. Это wellness, это уход за нашим телом изнутри. То есть мы, видите, с мужем вместе о себе заботимся. Сейчас можно заказать 40% скидку витамины для волос и ногтей. Я вам их в пустых баночках не показываю, потому что в беременность... И в период кормления грудью эти витамины противопоказаны. Чего не скажешь про Wellness Pack. Wellness Pack можно пить, а витамины для волос и ногтей нельзя. Поэтому, скорее всего, я буду себе их заказывать попозже, для того, чтобы они у меня были. Сейчас я запаслась батончиками. Опять же, для того, чтобы в родблоке покормить мужа, покормить себя. И обязательно, чтобы был у меня перекус. Заказала две коробки батончиков ягодных. Сейчас на складе появятся шоколадные батончики. Можно их сегодня будет заказать. Вот. Я люблю очень батончики. Мы их что-то съели. Их не было на складе, не могла их заказать. Сейчас еще и по акции. Так что классно, я довольна, себе их выписала. Будем их кушать. Вот. Поэтому... Пополняем свои запасы новыми продуктами, достаем то, что было заказано недавно. Я уверена, что все так делают. Вот в скидке в магазинах берут несколько единиц того товара, который вам нравится и который вы используете в своей жизни. И потом просто достаете. То же самое и здесь. Вы по каталогу смотрите там, например, вот тоналка сейчас.
249 рублей. Ну, почему бы не взять себе такую тоналку, тем более она стойкая, держится 25 часов и очень хорошего качества. И в запас берете, когда у вас кончается ваша тоналка, да, вот, ну, как, какой бы вы ни пользовались, вы уже достаете себе из запаса вот эту. Или же там, ну, что-то еще по таким же беспрецедентно низким акциям. Вот. Сейчас я жду вот такой вот бустер себе в крем. Это бустер, который придает сияние. Можно в любой крем его добавлять. Он без запаха. Очень такой нежной консистенции, бесцветный. Просто добавляете в крем и используете для того, чтобы ваша кожа сияла. Их три. Один для сияния. Другой для питания. Если сухая у вас кожа, то вот такой. Можно розовенький купить. А если проблемные, прыщики какие-то, то вот зелененький. Вот. Я заказала себе желтенький бустер. Жду, в среду придет. Ну, пока мы ждем доставку по новому каталогу, вот как раз-таки самое время обсудить было пустые баночки. Я вам про все рассказала свои пустые баночки. Все, чем пользуюсь, все советую, мне все очень нравится. Редко, когда я разочаровываюсь в каком-то продукте, который я заказываю по каталогу Oriflame. В основном мне все очень нравится, поэтому, ну, видите, все заканчивается аж вообще до самой последней капли. Мы всем пользуемся и с удовольствием. Наконец-таки меня муж похвалит, я наконец-таки выкину вот это вот все пустое. И у нас освободится место под новые пустые баночки. Всем хорошего понедельника. Надеюсь, что я вас поразвлекала немножко, ваш обеденный перерыв, может быть. Тоже пойдем кушать и заниматься другими делами. Всем пока-пока.